Халарзин адекафт юсценел, пацахадон ансамбль Аланама, Донбасс, дуэжен гон коллектива юмаяк концерт. Айвад уарчета штрарх, кот той шакурдятан. Шенгарант дэхайбал вртар разурзан на уасхаша, калоты зираша. Ирт костюм та гарон курдята ма уанг трогажмалт. Кафтар хайджита фыцад минутай балха той айвад уаржита жардатам. Амакат пацахадун академион ансамбль Донбасс ирештона фыцак хатнай. От тарсенаса концерт уалдаях шчагу. Так тепло встречают нас зрители. Это очень важно для наших артистов. И как-то неожиданно для нас, для всех это происходит. Вот, они начинают аплодировать прямо с самого первого выхода на сцену. И, конечно, для нас очень тепло и очень важно. Ирон театр коллективи Масценел, Юма, Республики Адамон Кафта, Академион ансамбль Алан. Хочется поддержать этот ансамбль. И вообще очень хорошо даже, что у нас совместный концерт благотворительный. Это очень важно, наверное, для них, для нас, для нашей дружбы совместной в дальнейшем, в будущем. Айвадон коллективы истории у каждых ша репертуары иш рташа да хореографии он инструментал он ама вокал он уасмышем. Корда айвадон ражам он Ольга Горячева кот фанышанку от автомай юмаяк концерт руачи кавчета каразиян не вгаукан ша фалтардзинат. Алхожон культура тата ю сцены элкатаритар арф бажайнц сарджеты жардатым. Помимо того, что сближаются, да, перенимают какой-то опыт, они еще узнают о особенностях разных культур, которые населяют, да, вот национальности, которые населяют Российскую Федерацию. И ведь, в принципе, многие коллективы, если не все, используют в своем репертуаре лексику других народностей, не только вот своих, где проживают, в котором регионе, да, живут, но и других. И взять из интернета – это вот не совсем правильно. Когда ты общаешься с коллективом на одной сцене, ты уже вживую видишь и энергетику, и саму технику движений. Опять же, завязывается очень большая дружба, без которой русский человек просто, наверное, не умеет жить. Залы и уақыт бін аттарнай. Уажы тұқшын Донбассы саржытадар. Сымыди шайкашты штартисты архайдыма. Дейші шафты той шашар анама айы жмалдай. Мы оттуда уехали, как бы прервалась связь с родными. Своих близких здесь увидеть, конечно, очень это трогательно. Конечно, интересно это все посмотреть. Осетинские танцы вообще, они сами по себе очень красивые. Мы никогда не видели такой концерт, да, вот очень-очень понравилось. Сагатыр, что Маданецкий айвадон коллективы шыда патвар еще на акции фалгаты. Дартер ансамбль Абалс Канзан Бешлан, Кашак Балкар, Дагестан, Астраханяма, Элистама. Калфы Зайраша, Битит Давид, Ирштон Хабарта.